Страшное ДТП в Западном Казахстане унесло сразу 4 жизни. Авария случилась на трассе Уральск-Атырау в условиях практически нулевой видимости. Было около 3 часов ночи и сильный буран. Лоб в лоб столкнулись 2 «Тойоты», причем произошло это ровно на том же километре, где всего 4 дня назад погибли 6 человек. Примечательно, что автодороги в тот момент были закрыты для проезда, и машину, направляющуюся из Уральска, на посту пытались остановить полицейские. У них даже сохранилось видео, как авто, несмотря на запрет, выезжает на трассу. Патрульные пытались догнать нарушителя, но он скрылся на приличной скорости. Информацию передали на следующий пост, однако до него машина не доехала. К слову, сам водитель злополучного авто выжил. Следующие кадры снимали уже сотрудники ЧС. Им пришлось с помощью спецоборудования вытаскивать из искореженных автомобилей 4 трупа. Еще 6 человек с различными травмами в больнице. В первую очередь это недисциплинированность наших водителей. Потому что наши сотрудники, они не просто стоят, чтобы мерзнуть на улице и кого-то просто так останавливают. А из-за погодных условий мы останавливаем эти автомашины. Но однако, видите сами, что по видео мы показали, наши водители не слушаются наших сотрудников.